зачастую действуют через телефон, либо через интернет. Вот. Отправляют смс-ки о том, что якобы какие-то выигрыши или еще что-то. Также бывает о том, что какие-то проблемы у родственников, у детей. Вот. Главное не паниковать и, если что, позвонить либо самому родственнику, узнать, как он, где он, что с ним. Вот. Либо позвонить 02.